Вот чек. Чек фиксирует время. Вот эта часть верхняя ей под стекло, нижняя часть мне. Чтобы да. я знала, могла следить за машиной по времени, когда они должны выехать. Проблема парковок в Одессе достаточно распространенная для каждого одессита. Оставить машину в час пик в безопасном месте – настоящее чудо. К тому же, как оказалось, легальных парковок всего 7. Все остальные работают незаконно. Мы на бюджетной комиссии разглядали питання щодо парковок в місті Одеси и задали питання комунальному підприємству «Одестранспарксервіс», скільки в нас взагалі є легальних парковок, скільки в нас доходів до бюджету міста, саме парковок, котрі збирають кошти за те, що там стоять машини. В нас ми отримали відповідь, що в нас 5 парковок, котрі оперуються однією з приватних компаній, і 2 парковки у центрі міста, котрі оперуються самим комунальним підприємством. Список площадок для платной парковки автомобилей в центральной части города предоставило коммунальное предприятие «Одестранспарксервис». Как оказалось, легальные парковки расположены на улице Решельевской, Екатерининской, Пантелеймоновской, площадях Привокзальной, Старосиной, Екатерининской и в Княжеском переулке. Депутаты убедительно просят не поддаваться на схемы аферистов, орудующих на нелегальных парковках. За законом в нас взагалі немає готівкових операцій щодо розрахунку за парковку. Лише там, де є паркомати, і лише там, де вони є, там, де можливо це сплатити через паркомат. Взагалі потрібно, щоб поліція дивилась на ці парковки. Поліція має, я гадаю, що вона має такі ж самі документи. Вони бачать, де легальні парковки, де нелегальні парковки. Вони знають, що не може ніхто брати готівкою за розраховуватися за парковкою, і ніхто не може прийняти у вас готівкою сплату за парковку. Тобто вони мають робити рейди по незаконним парковкам, вони мають доглядати. Официальных паркомест, предусмотренных в центре города, насчитывается менее 200, чего катастрофически не хватает для всех желающих. За день в центре могут проехать около 15 тысяч автомобилей, и большинство из них, скорее всего, остановятся именно на нелегальных парковках. В свою очередь, автомобилисты говорят, что уже привыкли к паркоматам. Они уверены в том, что деньги поступают в бюджет города, а не в чей-то карман. Мест недостаточно. Здесь, как бы, в принципе, хорошо, что есть муниципальная парковка, и, слава богу, работают паркоматы. И парковка довольно-таки очень бюджетная, 5 гривен в час, и это не проблема заплатить, если бы было бы только где парковаться. Мы хотим, чтобы было больше паркоматов, чтобы легально все оплачивать, брать чеки и знать, что эти средства идут в казну. В основном оно все происходит так, что мы подъезжаем, и какие-то люди в жилетах подходят и говорят, там 5-10 гривен. Ну, я ему говорю, ты мне чек дашь? Он мне говорит, нет, это частное. Движение очень большое количество машин двигается, вот, которые зашли с Европы, которые зашли с Америки. Вот. Непонятно, откуда у людей количество такое денег на это все, на бензин, на топливо, но мы видим движение колоссальное, пробки по городу, вот, и негде парковаться. Поэтому очень хотелось бы, чтобы как можно больше парковочных бесплатных мест выделил горсовет. Но пока чиновники пытаются решить вопрос расширением легальных парковок, автолюбители продолжают приносить ежедневные доходы людям в желтых жилетах и их хозяевам. Телеканал «Репортер» просит всех автомобилистов помнить, что требовать деньги за оплату паркоместа у вас никто не может. Обязательно должен присутствовать паркомат. Если такого нет, а вас просят рассчитаться, смело вызывайте полицию. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».